Всем привет! Вы на канале Каменщик 161. Итак, попытка номер два. Камера упала, снимаю повторно видео, поэтому видно, что уже один ряд прошел. Так, использую я вот такой вот длинный сразу прутик. Итак, видео, процесс так называемой английской кладки или кладка кирпича под струбцины. То есть я выкладывал шортс. Но много нашлось скептиков, неверующих, что это возможно было так сделать. Поэтому во многих видео я обещал, что покажу непосредственно процесс работы, как это все выглядит. В предыдущем видео я показал монтаж данных струбцин. Ничего здесь такого сложного нету. Сейчас же показываю процесс непосредственно, как я клал вот эти столбики, ну и как, соответственно, продолжаю. Почему они кладутся в два этапа? Ну, начнем с того, что на ночь при отсутствии забора оставлять, естественно, нельзя, потому что украдут. Ну и плюс еще я уже рассказывал, что ну, тем, кто подписан, кто видел, что ждал последней партии кирпича, чтобы можно было кинуть как раз через фасад. Поэтому облицовку не закладывал. Итак, намазали постель по прутику. Сразу отвечаю на вопрос таких же скептиков, которые, я уверен, 100% будут мне писать, что там под прутик, ничего сложного, бла-бла-бла и все такое. Поверьте мне, без прутика кладка делается еще намного легче, еще намного быстрее. Ну, просто по нашему региону есть такая поговорка, кто платит, тот и музыку заказывает. И кто бы там что ни говорил, ну, у нас доминирует прутик. То есть 90% клиентов, как они говорят, хотят нормальную кладку, а не забутовку из облицовочного кирпича. Я сейчас не буду спорить на эту тему. Мое дело маленькое. Мне, в принципе, по большому счету, все равно. То есть вот так вот происходит этот процесс. Также потом я буду выкладывать непосредственно отчет, когда видеоотчет, три даже видеоотчета. То есть у меня здесь три проема. То есть один дверной и один оконный. Потому что многие люди пишут, а как ты будешь сходиться? Ну, мол, неправильно я делаю, не умею я, и все в таком духе, что нужно класть под общий шнур. Ну, и типа тогда все будет хорошо. А так, мол, это херня, как бы, да? То есть, ну, опять же, отвечаю, если вы не умеете так делать, это не значит, что это неправильно или плохо. Или боитесь, по крайней мере. Берем длинный уровень. Легкими ударами поправляем. Также поправляем здесь легкими ударами. Опять же, можно использовать не длинный уровень. Я уже показывал видео. Можно взять просто правило. Вот посадили на место. И также посадили на место. Все. Если вы в себе не уверены, можете заглянуть под шов. Если уверены, ну тут опять же в себе. Тут еще вопрос, уверены ли вы в кирпиче. Если кирпич плюс-минус миллиметр, то страшного в этом нету ничего. Поэтому продолжаем сюда. Не видно. Ну, я думаю, все то же самое. На внутренний угол я не стал ставить струбцину. Попробовал. Внутри немножко неудобно. Честно говоря, немножко как бы мешает. То есть, вот только в этом месте, вот в углу, приходится все-таки по старинке работать уровнем. Опять же, сразу хочу сказать, что многие там писали, там негативные отзывы, гадости и все такое, что ну, ты далеко уйдешь, надо каждый ряд заводить под шнур. Если вы не уверены в себе, если вы
скажем так, слабый каменщик, не будем говорить другое слово, да, назовем просто, если вы слабый каменщик, да вы под шнур можете класть и уйти, я не знаю, там, и на сантиметр, и на боля, да, если вы профессионал своего дела, занимаетесь этим уже давно, то особо далеко вы не уйдете. Поэтому еще раз можно менять направление как с одной, так и с другой стороны. То есть опять же писали мне, что нужно купить там специальные правила, гнуться, ну мол, ребро жесткости. Да, я не спорю, наверное, было бы лучше, если бы оно было бы более жестче, но с другой стороны, уже отвечал плохому танцору, то есть не нужно на него прям вот давить, то есть вот мы буквально прикасаемся, и все. Ну вот так вот это выглядит, раствор на этом заканчивается. Монтировать видео желания особо нету. Поэтому всем, кому понравилось видео, ставим лайки, задаем вопросы. Ну и я надеюсь, жду в комментариях, в отзывах очень много, как правильно выразиться. Ну, в общем, от тех людей, которые были скептики, которые не побоялись на всю страну и даже на весь мир написать гадости, да, но я думаю, что они теперь не побоятся на всю страну и на весь мир написать так же, что они были неправы. Всем удачи, пока-пока.